Раунда? Бля, еще же роли надо знать, ёб твою мать. Чё там вообще? А где, типа, знать, что кто делает? Сори, типа, спалил стрим, Юечка Мирная. Блядь, мы играем. Ой, ебать, это слизь добавили. Короче, похуй. Что, так быстро? Ебать. Я с... Блядь. Короче, я с Фенарготом на камеру. Ты со мной и с Юечкой. Да погодите, так вот, никнейм с Фенарготом. Чё вообще произошло? Я была с двумя Фенарготами. У нас два чела уже убили или чё нахуй? Вы чё, рофлите? Да-да. Я не успел со спауна отойти вообще. Бля, минус один Фенаргот. Ебать. А где взяли такую картинку Фенаргота, блядь? А как это меня убили? Опять? Чё вообще происходит сейчас в игре, нахуй? Ебать, кто-то спалил роль Рома. Как убавить игру, у меня очень громко. Да, я сказал, что вообще не слышу. А, Рома, ты был предателем? О. Чё, в Дашу голосуем? Нет, мою роль просто. Бля, дайте роли посмотреть, дайте я к Ване побежу, нахуй там. Кто был на камерах? Я и дед. Да, и мы с Юичкой. Но на камерах трупа нету. Получается, я что бак... все остальные подозреваемые. Вот. Я АФК ставил на спам, я водка и Саяна, Кен и хуйсос. Я бах и дизлайк поставил. Хуйсос? За что блинки? Рома что-то говорил про Спилзора. Я Саяна, Кен. Скилз, ты хуйсос. Хуйсос и Фенаргот. Спилзор хуйсос? Нет. А кто хуйсос? Я Саяна, Кен, блять. Бля, там по голосу слышу, что он предатель, я ебусь. Так, кто что делал в этом раунде? Хуйсус кто? Я. Блин, Ваня, я хуй знаю, как раз это сказать на камеру. Человек с ником хуйсус. Получай такой. Ладно, похуй, бах. Охуенно, ебать, ты придумал, Марк. Похуй скипаем, ладно, давай еще. Я в хуесоса. Ой! Вы что, охуели? В смысле хуесоса? Проснулся хуесос. Ебать, я на секунду отошел. Вы что, блядь, меня кикаете уже, нахуй? Да. Я в шорты сейчас выебу, нахуй. Не надо. Надеюсь, у меня есть кнопки, чтобы их ебать, сука, вам. Ну, пиздел. Хантик, за мной быстро. Че такое ивент? Косыч, походу, этот плохой. Тун-тун-тун. Ой, а че не мути, блядь? Кто выключил свет? Куда Косыч взялся? Баха убил. Короче, кто красный? В смысле, нет, кто красный? Ебать, кто красный? Я пробег, залезал, я... Красный блядь. Залезал в винты. Я Косыч, Косыч, блядь. Я вышел, блядь, и там dead reported, и потом иду, и там Даша и Марк. Кто-то вышел из-за маленькой комнатки, короче, вышел красный, и в ней был труп. А, то это минус 3, охуенно, ебать. Подождите. Короче, я голосую в Косыча, потому что, во-первых, я видел то, что красный залезал... Я видел, блядь, Death этот Мадди, блядь, и вешал ниже Марка. Баха, есть еще инженер, который залазит в люк, если что. Ну, смотри, нет, окей, типа, Хантик, он выходил из комнаты, я видел в этой комнате труп, и он в это время выбегал оттуда. А как вообще троих могли убить? Привет, мам! За раунд. Скорее всего, может, еще какой-то есть. Да это я вас ебашу, пацаны. Так нет, стоп, а если у нас... Там? Подожди, а Даша, ты в кого проголосовала? Я проголосовала в Костю. А, стоп, у Костя может быть это... Короче, мы... Подожди, у него может быть штука, которая выигрывает, когда кикнули. Чтобы типа его кикнули? А, да. Ебать. Не факт. Я не думаю, что он специально так... Короче, я просто была с ним справа. Алло, я с Костей была справа, а потом раз, я смотрю, он уже убегает вниз от Бахи, типа... Так Косыч играет первый раз, я не думаю, то, что у него вот это типа роли, он знает, что он делает. Типа то, что, ну, чтобы ну, короче, он выиграет, если его кикнут. Это факт, кстати. Бля, нихуя, Баха импровнулся в мозге. В мозге. Он мне больше стал за это время. Бах, ты очки. Хули вы думаете, что я предатель, это вообще Баха, нахуй. Ну, типа, ты реально сейчас разложил по факту. Я сейчас пиздец покачу, нахуй, жестко. Короче, не знаю, но у меня какой-то Косыч вообще сыч, я не знаю, он, бля, бегает там, что-то свою, какую-то суету наводит свою. Бля, если он победил, просто ебите меня в жопу, не знаю, семером. А, ну все, царство небесное, короче. Поздравляю, Костян. Лучший. Чё? Бля, Ромчик вообще охуенно сыграл. А я не понял, а в чём? Кто? Меня прям у стола выебали за себя. Хантик и Скиллс вы дома? Короче, слушайте, кто не знает роли, есть ссылка какая-то на роли? У Вади, короче, смотри, у Вади в ТГ во вложениях за лето. Нет, я нашел. Не, там есть новый, который вот детектив, там и какие-то траппер есть.
Что там вообще? Вервульф есть, Плагубирер. Ром, зачем ты меня убил? Я тебя не убивал. Никуда непонятно, но очень весело. Нет. Я не убиваю. Детектив не может убивать, наверное. А кем ты был, Косыч, по итогу? Сейчас. Гличом каким-то. Сейчас быстро скажу, если найду. А, ты глич был? Да, что глич делает? Глич это... Да, я сам же не помню. Понял, типа ты соло-роль, типа как маньяк в мафии. А, ну вот я просто ходил, убивал по приколу. Других превращаться и отключать им способность. Рома, как тебе, я при тебе просто бил, типа? Прикольно, а я инвестигатор. Да, я включил твоего. А как тебе мой мув, типа? Да потому что я не видел, что происходит. Да. А ты реально был детективом? Да. А, блядь, я его убил сразу, когда он сказал. Я забыл, что тут можно этот. Вадя, ты тут? Да, я тут, секунду, запускайте, я просто... Сейчас, если я лапшу на голову надену, блядь. Короче, смотри, детектив может проверить во время катки, сделал ли определенный игрок килл в этом раунде. А Гучи Молли зашел? А, да, вот он. У меня шаги были на полу, это четко. Это ты... Инвестигейтер. А как выйти? А, вот все вижу. Все? На 12 должно быть, вроде 13. Батя, скинь куджа. Дискорде 12. Ладно, погнали. Марк зашел? Да, ёб. Здорово. Здорово, ёб. Здорово, Марк. Здорово, ёб. Здорово, ебать. Член экипажа, нахуй. Это я, бля. А роль не скажу, я вам хуй. Давай, мол. Сказать роль? Да не надо. Бля, лысого бичуана убили. Опа. Ну, это не Юечка и не Костыч. Да, я с ним не бегал. Короче, сверху я щитков. Только, сверху только на, только сверху щитков. Это дед, наверное. Я, типа, я вообще вылез. Это правый низ и по коридору. Дед, признавайся, блядь. Это точно не водка. Признавайся, сука. Бля, не туда, бля, просто странная хуйня. Я в деда проголосовал. За что, блядь, за что? Никто тебя голосовать не будет. Ну, да, никто голосует. Сейчас не голосует в деда. Да, никто не голосует в деда. Это лишнее. Потом убил, да? Самый последний момент Баху видел на этот навык. Я с Вадей тогда бегал в конце. Да мы идеально подсчитали, не сын. Да, дед. Мы 5-5 сделали, забей, блядь. У нас свой дискорд сервер, мы там. Понял. Тимица, сука. Ну. А че? Сука. Че делать? Кто-то попался. Это Рома убил кого-то. Не, если чё, с этим киллом все нормально было. Нет, Рома, ты прибегал, и ты не зарепортил бади. Подождите, есть 100%. Да, я же помахал. Я вам объясню. У нас Юечка трейтер, либо глич, потому что она меня уебашила, кто-то, какой-то гений откатил время, и я реснулся. Все. Короче, с киллом, ну все, вторая Юечка, да, потому что с первым киллом все нормально, я же бегал, еще махал. Ты чё, импост? Ну так, давай просто работаем. У меня ролик... Как я могла? Да, оправдательная была... речь, минута. Какая оправдательная речь? Я была в этом, блядь, в админке! Я была в админке даже до сих пор, и там еще был Марк. Мне жалко, Даша, пиздец, что выйдешь. Она когда свет отключили, ты с админки полежала к свету и уебашила меня. Ну, короче, это второй Марк, если что. Было. Кто второй? Ну, Рома второй. А Рома... Сейчас узнаем. А я прибегал мимо, и Рома убил кого-то. Ну так... Потому что, блять, у меня роль нахуй, которая мафа ебашит, Костян. Марк. Да, брат. А я того все пердолил, просто охуенно живем. А, нихуя, она типа свапнула. Все, Селеви, блять, Селеви. Мне показалось, брат. Я не ДПшился, родной. Тут невозможно ДПшиться в этой...
Кикните Юечку, она... Алло. Да. Я пытался, короче, все, на кнопке. Костите за мной так бежал, и он с дедом бегает. Кто финарбот? Кто, у кого не финарбот? Я за тобой бегаю, потому что ты там не умеешь играть. Погодите, у кого не финарбот? А, тот, короче, у кого ник финарбот, тот не может говорить, его замутали в этом раунде. Короче, Юечка, кикайте, нахуй за что? Это делает. Ну да, да, давайте кикнем, потому что это непонятная хуйня. Да, да, понятное дело, что ты мафиози. Пиздец, меня подставили, если что. Ну у нас Закар дал инфу по таймлорду, так что. А ты не будешь меня убивать? Че, бля, я просто бегаю за тобой. Что это? На, кто умер? Рома умер. Тихо, Рома умер, блядь. Зачем? Ром, ну, кто Ром? Да, Даш, хватит выбирать уже, блядь, давай нахуй, не выёбывайся. Ром, походу, пытался отгадать кого-то. Конечно. Да. А, мой, если не отгадаешь, то типа умираешь? Ну да. У него либо, бля, не помню, какая роль называется, либо мирная роль была, либо трейтера. То есть... Короче, пока... То есть есть активная роль мира... А, ну всё. Да нет, Марко. Она просто угадала его ветераном. Или шерифом. Я думал, что Гакамоли свайпер, блядь. То Рома трейтер тоже, да? А. Да, Костян, но если что, я мог быть и шерифом, и убить мафа, понял? Семья убийц, короче. Понял. Я просто видел, как ты убил чела прям. Бля. Вижу Дашу, не, Вади не хуесос. Бегу. Так его нет здесь. Даша меня ебашила просто по КД, за что? Ну, Зарк, я помог тебе там лордом. Да, я видел. Я... Это Хантик, гений. Хантик, выйди со стрима, блядь. Не, я... Почему именно когда... Бля, у меня ни разу не было хуёвой игры на таймлорде. Я прям по КД ебашил. А Вади, ты тут? Ветеран. Ну, типа... Кто не зашел еще? Ну, короче, когда меня хотят убить, то чел умирает сам. Типа там, не, там, любой, там нужно любой может, любой, кто с тобой за взаимодействие, даже мирной роли. Кто финарбол? А, ну, все, да, значит, так стартуем. Стартуем. Нихуя алло, пока непонятно, но... Бля, ну халява. Да я финарбол. Да говорю, там у Вади в телеге там есть эти вложения. Так я даже не знаю, как... Понял. Сука. Как использовать свою роль вообще? Ну, не так охуенно с Ромой отыграть. Типа охуенно... Как свои скиллы юзать, блядь? Сливаешь наши... Блядь. Да вышло все снова ебать. Так. Что за хуйня? Что за хуйня? Финарбот, блядь. Просто болтаем. Финарбот, я тебя снова приебал. Кто это финарбот, блядь? Бля, кто это финарбот? Не голосуйте в баху, ребят, самое главное. А, Зарк. А, ебать, включился нахуй. Что-то Даша какая-то подозрительная. Давайте ее кикнем по рофу. Давайте. Давайте. Так может... А куда? Что за... Бля, может хотя бы Костяну... Ну ладно, похуй. Что, Костяныч, блядь? Ты спрашиваешь, бро, блядь, как ты способность узнать? Ну я не знаю. Там у всех есть способности, что? Ну я еще разберусь. Ну ладно. Изикатка, братик. А в кого голосовать? А вы не скинули ссылку по ролям? Мне сказали в баху голосовать. Баху, тебя правильно. Скинули, реально. Не, можешь наоборот, говорю, не надо голосовать в баху. Это ошибка. А, ну, я не то услышал, значит. Кого голосуем? У нас, блядь, кила не произошло. К чему вообще, что происходит? Я в себя. Нормально. А меня-то за что опять? Нарко за что? А, можно скипать. Вау, да ну нахуй, что? Обнова новая, вот она. Ты, блядь, я еще играл, но... Все, ебал. Вот они, дотеры. Бля, я один пытаюсь ходить, как в доте мышкой. Ебать бы охотел скин забавный. Красава, дед, ебать ты позоришься, сука. Ребят, да. Финарбот, Финарбот это дед? Постой. Нет, это не я. А, это Зарк, ну Зарк. Дядь, нет, не, постой, реально, не голосуй. Вы поймите, я его не убивал, все, я больше не буду. Хорошо, давай проверим. Я поймите. Все, да, Даша на камерах, водка с Костычем идут в камнилище. Я под камерами. Да он сдох в меня. А в кого голосовать по итогу? В Макривского. Я угадывал да пароль, у меня 08, та, ой, 09, 187, я не понял. Я не понял, в смысле, о чем ты? Что? Не совершайте не, ошибку, дед, ребят, долбоёб. Короче, я думал, что у тебя ник финарбот. А, не-не-не. Где тело? Я не понимаю, а Вадим говорит, то, что его убивают и мутают? В админке очень много людей. Начал мутить вроде.
Да, я с водкой просто бегаю. А водка, что ты... Чел убился в меня, я успею сказать. Он убился в меня, минус один. Ну хорошо, значит, тебя сейчас должны угадать этим. Понимаешь, он бы прыгнул, ты бы на месте стоял. Тебя должны угадать ветераном тогда. Не, у меня секунд назад. Давай на скипе, давайте работаем, играем. Да, давайте на скипе в Зарко работаем. Костизи, у тебя ласт голос. Вообще, я предлагаю реально Зарка кикнуть, ну как бы. Да похуй, Зарк, мы типа... Кик тебя, это нормально. Ну, блядь, ну это размен хороший, потому что либо Хантик был мафом, либо Зарк. Надо кикнуть Зарка. Ты Хантика убили. Да почему Зарка-то не кикнули? Ну, понял, Косточ. Да потому что это не я. Ничего. Так, а, там же дохуя голосов было. Это не я был. Чё, они за мной бегут, скиллз? Идет. Ну-ка, пойдем проверим. Если я умру. Так. Короче, в комнате с камерами деда убили. А мы все зашел. Не знаю, просто. Короче, просто увидел. Ну, просто раз я камера, меня мучили, да. Я не понимаю. Я типа даже не видел, кто убил. То есть просто там была камера была Даша. Нет, да, я кажется, была на камерах, но я видела, нет, кстати, дед такая с кем-то маленькая, бегала. Понял, короче, вот вниз. Дед с кем-то бегал, я короче, забыл, вниз кем. И на... Нет, нет, почему, типа... Нет, не с водкой, а, со скил... Да, замученная, Хантик, ты замучен. Такая маленькая камерка убили. Это скилзор убил деда! Он бежал с ним вместе наверх! Я спускалась, короче, вниз. Он говорит, в камерах. Да, я спускалась с камер, чтобы чинить... Что, Даш, не обязательно кричать. Хорошо, короче, я спускалась вниз, чтобы чинить, мне навстречу бежал скиллзор и дед, потом я увидела в Блэкджике, и он подчинил свет, и я вместе с ним стояла Кубаха, в тот момент. Где сейчас труп нашел? Нет, короче, вот смотрите, респаун, и идешь вниз, и сразу направо. Я типа, это... Что, я почему я не нравлюсь? Труп в камерах, в камерах нет трупа. Мне, короче, мне кажется, смотрите, мне кажется, что Джонни и Даша дефают друг друга, типа, и что Даша прошлые все раунды была на камерах, и сейчас она просто уебалась. Не-не-не, я в Дашу. Я тоже в Дашу. Потом можно. Короче, это походу мукрийский. Я тоже так думаю. Очень эмоционально себя повела в данной ситуации. Почему? Ну я просто была замученная, поэтому пыталась быстрее говорить. Я не знала, что я замученная. Мне кажется, это скилл. Пиздец, ну короче, это скиллзор, если что. За что? Получаю. Ваня, свапер, хуесос! Охуеть. Ебать, там шериф насобирал. Ой, шериф, блядь. Ну, нихуя там, блядь, все дизлайки Ромчику тупо бам. Роман, адвокат, ебать. Нахуй. Ебать, Роман, тебе велдов упало. Зараз все за мной. Хуёво засики напихали бедному Роману, блядь. Опа, кто такой бегает? Все больше не бегает. Извини. Ромчик, кто там, блядь? Что тут за сборище? Хуй глот ебаный ты, бля. О, ты долбоёб, Зарк, уходишь, ебаный рот, блядь. Я опять нажал. Ебать. Я клянусь, да, я нажал, да я вам серьёзно говорю. А почему ты тогда никого не убил, скажи? Ты перебиваешь, орёшь, Зарк, голосуй тебе просто... Кого ты нажал, блядь? У меня проверка удалась. Он реально ветеран. Я ветеран, хорошо, можете угадывать, я ветеран, хорошо. Чувак, реально, Гондон ебаный. Кто рядом был? Ребят, я еще в кнопку вначале нажал дистанционно, какая-то хуйня была, типа Зарк, слева у меня бегали, я ветеран, я этого не мог знать. Ой. Вот меня... Вот тебе отгадали ветераны тебе, иди нахуй отсюда, блядь, ветеран хуй, блядь. Нет, я ведь... подожди. Он говорит, отгадайте мне, кто-то ветераном, блядь, проверьте, вон, блядь, не получилось. Так, может, он шериф тогда получается? Поэтому его ветераном отгадывали? Он пиздел, что... В смысле, он убил? Я ветеран. Так он бы убил уже двоих бы мафов. Да, он думал то, что я долбоёб, проебали ветерана. Прыгните сейчас, скиллзор. Зарк, пизда, глич может быть, и всё. А, ну всё, вы типа проголосовали хорошо, ребят. Я пиздую с корабля, нахуй. Кто Зарк? Кто это Зарк вообще? Финарбот. Если ты ветеран... Какого Зарка? Финарбот! Финарбота мне, давайте. Зарк, если бы, блядь, типа, скажите, прошу, какого хуя, как ты, блядь, так убиваешь всех, блядь, идеально на 100%? Дядь, я угадал, если бы он двоих мафов убил, мы проиграли уже. Пацачка. Зарк, молодец. Я только я тракер. Спасибо. Пожалуйста.
Получается, это не зарк был? Получается, это не зарк был. Так, скиллзорчик. О! Вот еще. Минус флагджики. Бля, флагджики. Ситуация очень патовая на самом деле. Это не Вади и не этот. А я в муте сейчас или что, типа? Да. Я типа не могу... Стоп. Короче, это скиллс, я думаю, потому что я Вадю и Баху видел в комнате. Типа, ну как его замутили-то, блядь, если он еще этот... Ну, у нас, по идее, один маф. Короче, смотрите, по завещанию... В смысле, я видел Баху у себя. Раскилзор ёбнулся. Я видел Баху у себя. Ему-то каждый день вместе с Вадей. Видишь, он, видимо, этим, блядь, был, который... Да, он при мне, потому что убил. Короче, Водка сказал, я зеленый, Костя зеленый, хуесос зеленый, то есть... Да-да, это скиллс, блядь. Ну, алло, при мне Баха только что убил, блядь. Да, да, верю, нахуй. Ну, ты что, долбоёб? А, это Костыч, походу, был в дне. Я сразу говорила. Короче, кикайте меня, что? Если что, потом кикайте Костыч. Да, да. Проиграем. Давай, игра закончится, ты ластовый хуесос. Я в Баху уебал. Ну, либо Баху. Блядь! Зачем ты это сделал? 3-3. А как так получилось, 3-3? 4, блядь. Ой, бля. Ебутся, жопу-ка ты, блядь. Хуёво получилось, на самом деле. На самом деле хуёво получилось, да, Костяна. Ну как будто бы не доиграли. Так, что же сделает скиллзор в этом раунде? Он идет вниз, бы, блядь, нет, направо. Сейчас на верочке. Ой, будет. Ладно, я починю, поставьте кнопку. Он что-то ищет. Давай что убивать у нас быстрее уже, блядь. Скиллзор. Заебеть. Сука. Вот он, призрак бегает. Да ебутся, жопу-ка ты, блядь. Я кнопку нажал, потому что скилл в том раунде пиздел, я никого не убивал, он меня замутил, чтобы короче, сказать то, что я убил. Но я уверен, что скиллс, типа, убийца, ебать. Спасибо за ваше слово, мы вас поняли, выводы ещё будут сделаны. А, это все, что ли, типа? Ну да, да. А нахуй я кнопку нажал-то? Да как мы здесь типа, нет. А, всё. А где Пчёлкин? Он предатель. Ты выиграл, короче. Да, спасибо. Я же правильно мув сделал? Бля, Джонни, если бы ты меня не свапнул с Дашей, сука, я бы выиграл за экспедиционера. Выиграл Костян своей тупизной, блядь. Бля, я, короче, не понял, что на детективе, типа, даже ветеран убивает детектива, блядь, что за хуйня? В смысле, я видел его в смысле свадьбе, блядь. Я реально видел, я стоял, я, Костян, ой, стоял я, Флэк Джекей и Баха. Я Баху замутил, убил Флэк Джекей, и все, тебя не было там нахуй. Где ты? Не, я видел Баху до этого вместе с Вадей. Скиллс, почему ты говоришь, что Костян выиграл свои тупизной, если ты проебал? Как Баха может убить и себя замутить, скажи мне, пожалуйста. В смысле, да. Костян зарубил. Ну, я видел Баху с Вадей. Так он выиграл игру мирным. Алло, его не, он не мог Костян, видеть Баху никак. Мы были Костян, втроем. Костян, кого я видел? Ты в курсе, что ты, короче, в админке можешь на мапу встать, и тебе цвета показывают, кто где находится? То это запоминать надо цвета, я ебусь. Ну, ты же бля, я охуел то, что ветеран мирную роль убивает, это пиздец. Вот одного нет. Я вот хожу, думаю, блин, надо проверить, ветеран он или нет. И нажимаю, я трекер, и умираю от зарка. А, ты тоже так? Да. А, ты тоже так. Да супер, а у нас все зашли? Да вроде как, да. Да, 12-12. Инвестигейтор. О, это моя любимая роль. Да. Ёб твою мать. Пиздец. Маму не надо трогать. Что-то они так вместе ходят. Так, надо на расстоянии держаться. Куда же пошел Макриевский? Странный у него путь достаточно. Ладно. Не бай, бля, нас нахуя очень на это, надо рассчитаться. Короче, информация. Я была рядом с трупом, а если что, там внизу стоит Роман Макривский. Да, я просто стою. На, нафиг Роман предатель, да? А почему так... ты не за... А я хотела посмотреть, кто рядом будет. Ты просто, нет, ты просто бежала. Нет, я стояла. Кто сейчас в админке? Я не просто бежала, сначала к Роме подошла, потом пошла наверх и видела, кто еще убегал. Эту карточку не блюдо. Кроме тебя еще кто-то. И кто-то наверху был. Бля, я не знаю. Но ну, это, походу, старый труп. На карте. Я не знаю, я еще бежал. Я убежал. Это не Рома, если что, это не Рома. Я за ним полностью бежала. Со мной еще Костыч бежал. Стой, так ты же только что обвиняла его. Не, я вообще далеко был от всех. Нет, я говорила, что он внизу просто стоял. Я не обвиняла его.
Короче, на кого подозрение? Я не мог тебя найти. Короче, я думаю, это Хантик. Я вообще никого не видел на карте. Мне кажется, что его траванули на самом деле. Я влево был, я влево вообще никого не было. Не, ну это не Баха, это Баха стоял в админке с нами. Мне кажется, что его траванули, потому что никого не было рядом, типа, и вот, да. Ладно. Как так быстро убивают? Я когда был на импостере, там 20 секунд надо ждать. Первый раунд, когда начинается, там 10 секунд у них, когда. Потом подвозят. Себе. У меня не было. Ну вопрос, почему не убили сразу труп? Да, всегда было. Первый, поэтому всегда кнопку нажимали, чтобы подождать в начале. А из админки кто-то выходил? Кто был в админке вообще? Я только в последний момент выхожу. А в начале? Там дохуя было. Там много чего было, да. Вы знаете вот это слово? Бля, на кого подозрение, я так и не понял. А помните, кто вышел, может, и сразу... Я вышел сам последний. А кто первый? Ёпта, о! Ебать, Гуакамоле, гигантиси. Что-то Баха молчит. Ну вот, я с тобой уже бегаю. Хантик убил. Ребят, вот давайте, бля, ну типа, ну можно же просто роль сразу сказать тогда. Да, давай. Раз вы меня все равно кикаете. Спасибо за игру, ребят. Раз вы меня кикаете, все равно я роль просто могу сказать, правильно? Давай, говори. Ну, шерифа можете угадывать, похуй. Да, хорошо. Я на рандоме просто уебал, похуй. Я на рандоме уебал Вадю и все. Я верю Хантику, я верю. Я не верю, то похуй, давайте. Я вам так скажу. Да не, я рад только, типа, похуй. Но я согласен, что это, типа, супер странно. Я готов уходить без проблем. У нас одно убийство, на самом деле. В теории он может быть. Не, я говорю, я на рандоме... Блядь, алло, просто можете послушать? Пожалуйста, вот тот разговор, предыдущий круг. Я спрашивал, на кого подозрение специально, чтобы ёбнуть. Мне никто не ответил, блядь. Потому что вы между собой просто пиздите. Я решил похуй на рандоме ебану. Типа, если мы скипнем, ты исправишься? Это не Хантик. За что хуй Иисуса? Объясняй. Скип. Это не Хантик, 100%, я уверен. Но у меня Ромчик тоже первый раунд какую-то хуйню вкинул. Хорошо, не голосуем в Хантика. Роман. Ну, блядь, сколько человек покрывает эту губку? Бля, мне даже жалко Вадю, то, что я так случайно ебнул. Да. А, это Friendly Fire тип же был? Да, блядь, ты не проверь. Я вообще ничего не понимаю, что происходит на экране сейчас. Блять, как мне ходить, я очень большой, сука, и медленный. А в игре? Сука, так же хотел пошутить тебя. Ладно, короче. Данный молодой человек убился об меня. Это я про Хантика. А где Косточ умер, я хз. Я видела это сейчас. Я был с дедом и Зарком первую половину раунда на камерах. А где Рома был? Рома. Я в центральном зале стоял сверху. Флэджике, ты откуда прибежал? Я, короче, смотри, я выполнил скан в медосеке, сверху вниз пробежал через вот эту вот штучку, увидел я Фенарбота и Баху. Пошел вниз за мной в Хантик и умер об меня, все. И я вижу, как Даша приходит. Стоп, подождите. Водка, ты бегался с... Это, скорее всего, Флэк Джеке и Марго Чимоле. Круто. Ну, Гуакамоле просто бегает, будто не выполняет. Я верю Хантику на 100%. Но Баха ведь раунд молчит, все время молчит. Подождите, Флэк Джеке... Ты Роман Махатыч, бля. Нет, подождите, я видела, как Водка бегал с Гуакамоле, я побежала вниз. Я видела Флэк Джеке, как раз, который стоял возле трупа Хантика. И скорее, ну, я еще на камерах видела, как Хантик бежит. Я хотела посмотреть, где он находится, чтобы последить за ним немножко, потому что были подозрения с прошлого раунда. И Флэк Джеке стоял над трупом, но при этом я видела также Флэк Джеке, который реально был в медотсеке. Я потому что забегала в медотсек и смотрела. А знаете, что я скажу в этом раунде? Мне... Так что он не пиздит. Я Флэк Джеке, я... Не-не-не, вы зря это делаете. Кто на камерах стоял только что и смотрел? Я. Вот, ты же видел, как я пошел вниз? И ты не видел силуэт Хантика, который за мной пошел? И он умер об меня. Мне кажется, что это Фенарбот. Не, ребят, это... Я думаю, что это Фенарбот и дед, либо Бах. Чего? Почему? Это потому просто что они молчат. Нет, куда это делается? Нет, зачем вы... Короче, пизда. Я могу громче говорить. Это Флэк Джеке и Гучи Молли. Хантик, он был шерифом, я был амнезиаком, все. Ну, он не был.
Бля, так можно. Бля, ебать ты даже переобул еще в моменте. Ребят, послушайте, пожалуйста, меня сейчас очень-очень-очень внимательно. Я вам объясню. Смотрите, Макриевский, Юечка, дед зеленые, Гучимоли красный. Водку не проверял. Значит, ну остается водка, Гуакамоли. Гучимоли, да. Да, Гуакамоли и Вади, наверное. 100%. Давай, если я скажу свою роль, меня убьют сразу? Или... Да, не говорите, ну, да, не могу говорите. Меня сейчас ёбнут, скорее всего. Ладно, я, друзья, разучились вы, видимо, играть в эту прекрасную игру, блять. Даже оправдаться не дали. Так. Все, думал, что вы за мной ходите, чтобы поднять. Марк, ты еще можешь проголосовать и выбирать дальше. Тут уже апдейт. Да, я уже не помню, на самом деле, кто разгадывает, типа, роли. Давай быстрее уже, Марк. Бля, Вась, сори. Одно задание осталось, сука, до победы. Бля, Джонни, я когда тебя просто, ну, просто по приколу, опять же, на рандоме ёбнул, бля, я думаю, что я наделал, бля, чтоб тебя все на все пиздили. Я в первом раунде трейтера, блядь, убил хантик ёбаный, блядь. Ну, бля, я говорю, на рандоме ёбнул. Мне никто не ответил, бля, ну, я решил на рандоме. Я просто реально не понял, вообще все по факту сказал, но выкинули меня нахуй. Сука, грязного Джонни кикнули, блядь. Да, это мейза свапера. Никто его, вообще никто не слушал. Да ты просто переобуваешься, ебать, кто молчит. Марк, нахуй ты меня убил? Что переобувал? Нет, ты такая, я такой спрашиваю, Ромчик. Зайдите в лобби. Ромчик узнал, Ромчик, ты наверху что делал? Он мне ответил. Все, дальше по игре думаю. Еще в самом начале я в тебя не вкидывал, потому что был труп, и ты такая... Это, блядь, дед, значит. Нет, ты сказал, надо искать в этой голоса. Тройке. Надо искать в этой тройке, я говорила. Нет, ты просто назвала меня и еще одного. Троих я назвала. Блядь, переубываюсь. Я что, реально переубываюсь? Че стоишь? Крышки. Спасибо за игру, ребят. Блять, опять. Ай, бля. А зачем в это? Ну, ладно, короче, просто прикол, опять, что надо было. Ну, короче, кто-то заюзал этот. Два сразу? Два килла по очереди, типа, убили. А какая-то... Это саботаж или роль? Саботаж. Это вроде рэмпэдж называется, да? Рэмпэдж. Не, я просто ну, короче, все были серые в камуфляже, чё, хуй знает кто. Просто я бежал за челом, который, типа, убил, я хотел починить и посмотреть, но... Репорт. Так. Короче, выхожу я с карты, блять, и прям в коридоре, нахуй, вдвоем, бля, даблкил ебанули. Это вряд ли Косточ, потому что мы вместе были в медотсеке и, ну, бежали. Да. Я был справа, если чё. Ну, короче, это не Юечка, потому что... Она что-то за мной бегала постоянно и... Зря что это не а кто еще наверху был с нами в столовке, Ром? Я не помню. Меня это местами вот. Через 3 секунды тебя убьют. Меня? Да. Да Рома, Ром, а ты не помнишь, что еще в столовой слева кто-то еще стоял? Это был Скиллз? Я, смотри, в столовой стоял два человека, я слева пришел, я это был. А. Я это был. То есть нас мы троем были в столовой? О, давай скипать. Я потом вниз пошел. Че, Хантик опять, что ли, трейдер? В смысле, опять, блять? Ой, трейдер. Красава водка забайтил скиллза, блять. Красава скиллз. Думаешь, я тупой? Думал, да, ну, блять, вообще, я тоже так думал, водка. Да нет, вообще, давай, вообще, пока мне не очки, блять, что, для глаз? Для чего, блять? Скиллз, ты трейдер был? Да, трейдер, он пытался роль водки угадать, а он его наебал. Я хули это не прошла шляпа. А почему все одинаковые? О.
сука. Ни одного трупа? Со мной Баха и Косыч. Бля, это вообще долбоёб за канал. Но это вряд ли Косыч и вряд ли Финарго, да, потому что я весь раунд... Так, почти весь. Нет, это... Алло, ребята, так нету трейтеров. Че? Ну, я сделал все задания, я с нич, у меня... Вон, Гучимоли зелёный показывается, а трейтеров нет. А, Гучимоли это получается этот, блядь? Как его? Да, поняли, глич. Да, во. Бля, зачем тогда я тебя кикнул? А ты тоже глич или чё, блядь? Не, я снич. Он снич. А, ты снич. Марк, Марк, прощай. Нейтральная роль. Я в мимике пытался максимально под хантика подносить. Да-да-да, я поверил, что это хантик. Я такой, типа, чё, блядь? Ещё и такой долбоёбский килл. А ветеран чё делает, блядь? Я типа... Такую хуйнюшку, и тебя не убивают. У меня один вопрос. А где все, сука, трейтеры, блядь? Ладно, я одного на гличе, видимо, убил, долбоёб я. Ты меня убил, хуесосина! Стоп, а что, опять... А второй скиллзор умер. Вот, смотри, ветеран... У ветерана есть свой щит, ты можешь его прожать, и он на какое-то время, типа... Если кто-то на тебя что-то применяет, он умирает, например. Даже кстати, хочет убить. Мне кажется, что-то как-то мало заданий для снича. Надо кого-то убили, трейтера, да, потому что никто не выполняет, поэтому я сделал мало заданий, блядь. Нормально пойдет, плохо. Бля, не переживай, я и так не выполняю. Я трейтером побыть в этой игре. Бах, ты малышка. Я знаю. А что делает эта роль? А, надо задание сделать. Заебись. Добро пожаловать в таверну. А чё такая флешка долгая, блядь? Не игра вылетела или чё? А, нет. Я жива. Сука, как эту карту провести, ебаную? Ну я во время флешки проверил монитор на битые пиксели. Так, ну первая юечка. Суки ебаные. Опять двоих. Но есть причина. Благодаря моей роли я выяснил, что это юечка. Это пиздец! Хороший. Нет, подожди. Я не... Не, ну не кидайте меня, подождите! Ну что ж такое-то? Не, ну я типа ничего не говорю. Я проголосовал, ну просто у меня есть инфа. Все, я жду. Я верю. Даша слишком на агрессии, как в прошлый раз на трейдере. Какой агрессии? Я съебал, ебал! Хорошо. Бля, ну может меня наебать. Пиздец! Хантик, ты хуесос! Кого пёзнули? Это, бля, хуесос знаешь кто? Я тебе скажу потом, кто хуесос, если, ну типа, ты реальный снич. Здравствуйте, я хуесос. Пиздец, я реальный снич, сука! Тогда... Пошёл нахуй, Хантик! Тогда твой муж тогда реально хуесос. Может, я тебе скажу. Даш, кого ты позвала, блин? Бля, ебать, это сучка агрессивная. Я бахую просто. Эй, да выкрути. Да, я её ебу. Тьфу, блядь, нахуй тебя, Макривский, в ебочку, блядь. Чё вы ржёте? Вам смешно? Мне нихуя. Чё ещё за музыка играет? А, так ты был минер! Заебок. Только что поняла, что он этот. А где? А кто второй? А флэг? Стоп!
Это кто остался? Короче, что-то... я смотрел, в админке был на камере, ну, на этой хуйне там, карта, Вере, да? Вульф. Ты такой Вере Вульф. Я смотрю, в электрике тип появляется, пропадает, прихожу туда, там квикхантик. Опа. Бля, ну как-то хуй, ну я не знаю, что сказать. Я бегал с самого. А что сказать, братишка, ебать, а всё нахуй, давай, Силюи. Скажи, о чём делать? Нет, я не инженер. А, так может, ну надо, типа, у него роль, чтобы его кикнули наоборот? Не, брат, я даже не прыгал по люкам, если что, но я не могу прыгать по люкам, да, на своей роли. Так может, да, это просто камера забагалась, хуй знает, типа, ну, не, ну, типа, я смотрю, там просто тип есть, нет? Да, есть, так, нет. Не, я понимаю, водка, что, игра типа, багана, у тебя... Игра багана, забегу. Ну, короче, блядь, ну, можете меня убрать, но я говорю, у меня была инфа, по которой я вывел Юечку, и, оказывается, Юечку поставил ее же муж, блядь. То есть, там пиздец с 7 кадром, блядь. Какая инфа там? И кого теперь набрал? Ты набрал на трубку, конечно. Ну, по типу того, Вадь. Я, так сказать, набрал на трубку в потусторонний мир. Да не знаю, в кого хуярить вообще. Я думаю, что это ни зарки, ни скиллс. Вообще похуй, бля. А можно голос отменить как-то или нет, стоп? Это может быть Марк Гучимоли, я вообще не видел. Не надо Марка убивать. Я случайно скинул. Не надо, не надо, не надо. Не, я в Гучимоли голос. Ебашу Марка! За что, блядь, меня, Марк, сука? Марк, прикинь, вообще. Ну, а конеху роль говори. Тут не все роли знают. Короче, слишком много марков. Бля, ну чё, ну чё, ебанутые? Я инженер, сука, ебать, они тебя просто так ебучие. О боже мой. Верим. Инженер. Ну шляпа у тебя бомбезная. Делай все новый корабль. Рома поставил. Нормально, нормально, нормально. Хантик, есть чё медиум, кто ещё не понял? Можете отгадывать. Бля, ты хуесос, я кто ещё не понял. Ещё не понял, он хуесос. А можно выйти за локацию вообще как-то или нет? Я хочу чихнуть. Опа. Сломанный ублюдок, тот, кем мне никогда не стать. Так. Что какие супермувы сделает Зарк? Что-то никаких особо супермувов я не вижу от него. Марк реально умер? Эй, Буся, вы играете вообще нахуй или нет, блядь? Я нажал кнопочку, потому что у меня есть информация ёбнутая вообще. Да я хуй знаю, что тут делать, лол. Просто бегаю. Кто-то видел кого-то справа? Да, я кто видел. Был? Кто? Справа были мы втроем, водка, Косыч и я. Да. А я был не было. Значит, раунда. Какой-то хуесос из вас троих, ублюдки. Да не. Минарбот. Ну, это Зарк, это Зарк. Да-да. Зарк, в Зарка кикаю, блядь, похуй. Ну хуя ты придумал, блядь. А вы не разъединялись вообще? Ну мы в конце только разъединились, когда они убежали вверх, я остался один. Ну, был секунд 10 назад. Ну я никого как, не убивал, гайс. Как тебе это? По запаху? А, мы, ебать, верим, нахуй, все, короче, для меня Косыч белый, или как там, серый, блядь, или как там. Ну, короче, нормальный, типа, ровный. Косыч, бахай нормально, только что тусили, ебать. Да. Я бегал. Бля, скиллз. Мы добегали секунд 10-20, я сделал абсолютно все квесты, что они сделали вы. Мне кажется, это скиллз. Рун, Рун, я говорю, у меня информация есть, блядь, был в панели. Я вижу, когда убивают, родной, блядь. Он все равно не знает, кто остался, кто какая-то, блядь, роль делает. Скилл, признавайся, это ты. Со мной, ну, когда тебя со мной не было. Ты фрик, что ли, вообще? Вот, все, как только скилл рассоединился, все, он стоял его побил. Ты стоял на карте, ты смотрел, где кто стоит, вот эта вот карта, панель управления. Это я в конце только что пришел. Я вот проголосовал. Мы там секунд 10 стояли. А что у меня? Что мы 10 секунд 15, 10 с Косычем и с водкой бегали, потом они уже... Водка, за трейтера отыгрываешь, честно. Сори, меня собака галкой. Ой. А зачем Зарка вообще проголосовали, стоп? О, крысбиц. Да у кого-то есть, кто-то моё. Грызби. Ебать, он летит, я только что заметила. Вы поняли, шеф это. Моё. Шеф. Короче, рассказ ситуации, послушайте меня. Бля, Ром, ты такой хуесос. Послушайте, не, послушай, я все охуенно сделал. Смотри, не, понимаю. Я убиваю чела, меня убивает Зарк, и Марк прожимает медиум, и я ему показываю мирную Дашу,
И Джонни должен понимать, типа, Дашу кикают, и Джонни должен понимать, что... Так, так я думал, что он экзекутионером сейчас выиграет, потому что Дашу все кикают, поэтому не, я отгадывал его экзекутионером. Не, Ром, понятное дело, ты, типа, для своей роли ты охуенно все сделал. Просто... Бля, Зарк был трейдер. Обидно, что, блядь, именно ты попался, сука. Я вообще не понял, где... А, я одиночка был? Да, ты быстро убиваешь, слышишь? Ты быстро убиваешь. Да я хуй сос, я вообще никого не убил. Ну, типа, просто все говорят, там, ну, скилл сказал, типа, я был с Вадей, и мы втроем были, все, блядь. Даш, как тебе, а, твой муж, блядь? Так она первая попалась, я боялся, что сейчас кнопку не нажмут, и я не наведу суеты. Бля, ну это... Да, Роб, я поняла. Меня убил нахуй, Роб. Я тебя так же буду мангаси ебашь первый, если ты будешь стримить. Не буду. Сука. Блядь, мне такая же ёбская роль попалась. Фенаргот старший, Фенаргот младший. Так, кто умрет первый? Кто он? Быть вместе. Ебать, хуесос огромный, я не могу. Как ты его назвал? Есть небольшое подозрение, что труп затерли. Кого затерли? Нихуя, у тебя подозрение, братик. Нихуя, прокол. Кто последний из админки остался? И Даша. У меня есть подозрение, что водка и дед сделали домой. Кто последний в админке остался, кто бежал? Я руку приложил. Да, скилл с дедом починили. У меня есть предположение, что Джонни так на отъебись хуйню какую-то несет. Ничего за бред. Я могу рассказать все, что я сделал. Есть одно подозрение. Давай, нахуй. Но короче, это подозрение, начале... это не в кит, это подозрение. Давай, в самом давай, начале давай. Толпой все были в админке, делал карту, потом все пошли на этот хуйню эту. Так. Саботаж. Все. Так убили на карте. В админке, да. Так на карте меня не было, ну, я со мной была Юечка постоянно и Квикхай. Бля, ну я давно с карты ушел, если честно, с тобой. Я вообще хуй знаю. Да? Ну, бля, хуй знает. Я короче, я уверен только в Квикхантике, потому что либо он, либо Скиллзор нажали кнопку. Я нажал кнопку. Нет, Скиллз нажал. Скиллз, но я в Скиллзе, потому что мы вдвоем побежали чинить эту залупу. Ого, ты во мне в жопе прям? Флэк, а ты думаешь, его отравили или... да? Короче, был этот... Ладно, ничего не буду говорить, а то убьют нахуй. Нет. Я просто покупаю, блядь, типа, что я сделал? Короче, бля, я тоже не покупаю. 2 килла было сделано в одном месте, если что. Я водку проголосовал. Ну, значит, убили те, кто последний выходили из админки, вот и все. Пока скип, просто карандашиком вводите все. Бля, что так дохуя ролей появилось? Выходили мы с хуйсосом. Стоп, а кто был на реакторе вообще? Я. Кто сейчас может подтвердить то, что он был на реакторе? Я. И дед, и скиллз был 100%. Дед и скиллз 100%, блин. Я в этих троих. И хуесос потом прибежал. А остальные не помню. Ромы не было, значит... Шефа моего как ты назвал? Ага. Я люблю тебя. Давай, я буду идти с тобой. Мне похуй. Ебашь меня. Будь тварью. Будь еще той самой тварью. Он делся. Убили. Сука. Слева там, где бензин надо заливать. Сейчас скажу, кто это был. Секунду. Опа. А, Зарк это Рома! Зарк меня убил, Зарк. Какой Рома? Алло, ты это со мной Рома. Бегала сейчас. Ты со мной бегала пол раунда, алло. Я на карте бил. Нет, меня не убил. Я на карте был, еблан! Да. Алло, меня вот сейчас убил. Вот это вот, хорошо, панель управления. Ну, меня убили в твоем скине тогда, окей. И меня сразу же возродили. Это там что, таймлорд был? Да, это таймлорд. Ну, меня, я не знаю, блядь. Вот... Ну, меня убили в скине Зарка 100%. Если это не он, то кто-то в его скине. А подождите, а какой части было? Меня в электричестве. Ну, я был в правой части, Юечка была со мной, потом Юечка куда-то убежала. Я был на карте, ебучий. Но по таймингу вряд ли она могла добежать, поэтому, не, я бы в Зарка хикнул. У нас два трупа, да? Я стоял на карте, я тебе говорю. Блять, ну, сука. Короче, даже два трейтера было. Погоди, когда ты на карте стоял? Сейчас тебя на карте не было.
вот эта вот панель управления, я стоял на ней. Сейчас в этом не было. Баха, что ты молчишь? Ну так почему ты, почему ты, так ты сказал не сейчас, а когда ты стоял там? Что-то у меня не сходится немножко тоже. Я вас видел, я круг пробежал. Не, короче, дело в том, что Зарк сейчас говорит, что я стоял, был на карте, типа, я говорю, у тебя на карте сейчас не было, он говорит, ну не сейчас, а когда ты там был в начале раунда? Нет, сейчас, я стоял последние 15 секунд там точно, я не пошел на... Там снизу, слева, там, где бензин заряжает. Не, кто-то либо скиллз, либо Зарк пиздит, я больше скиллз уверен. Короче, смотрите, смотри, Ромчик, такая тема есть, скилл сказал то, что таймлорд заюзал, но я ему не верю. Долбоёб, а как я живой тогда сейчас? Ну была какая-то, не, была хуйня. Ну я не ебу, чё. Ну может его реально кто-то, нет, просто, а как он жив? А, подожди, может меня подняли, а нет, Зарк бы умереть, меня подняли бы. Скорее всего тебя подняли. Типа, возможно, его реально в скине просто ёбнули и всё. Не, меня может подняли, кстати. Опа. А я встретил Хантика в конце, но Рома убегал. Только от что трупа. Рома был. Рома. А Даша умерла. Еще Даша за мной бегала, и я просто бежал наверх. Вообще, блядь. Постоянно. Не, я бежал наверх, Даша за мной бегала и все. Потом я встретил Баху. Бля. Что ты, Роман, вы что ты, блядь, забрались, по-моему? Видел Рома. Не, Баха, смотри, я тебе еще раз объясняю, я не мог из прошлых хилов ни один сделать. Так другие. Чё, блядь? Ну потому что, хорошо, киллы, когда были справа киллы, то я все время был влево, и Даша тогда бегала за мной постоянно. Потом, когда килл был в электричестве, то я был в правой части, потом побежал в админку, где не было Зарка. Я же говорила. Я весь раунд слева просто был. Это может быть Баха, потому что он побежал навстречу, и все, и зарепортил. Блядь, какой-то скилл с Ромчиком ушлый, я хуй знает. Короче, я увидел труп, увидел потом Хантика на нем. Я говорила. Не, можете хорошо. Водку ёбнем! Я говорила. Не, вряд ли. Не, водку кто-то видел вообще? Это водка, блядь. Не, я прибежал, там ты стоишь, Баха, с трупом. Ну да, я бегал с Дашей, Даша пропала. У нас есть роли Пойзенер, у нас может быть невидимка. Нет, она за мной бегала, я не бегал с ней. Она бегала и меня мониторила всю игру. И когда ты Хантик прибежал, я кнопку нажал как раз. Ну, я тоже Баху, да, пока что. Но если не Баху, то водка, скорее всего, потому что... А, ну, да, бля, да, пиздец. Короче. Бах, ладно, короче, если что... Короче, это для меня Хантик и водка белая, серая, хуй знает. Не знаю, мне кажется, это Ромчик. Блядь, хорошо, Найс, что размен, не сказал, что это Найс. Блядь... Вот это пока хорошо, сейчас увидим. Это очень плохо. А, да? Блядь. Да, да, у меня есть... Ладно, блядь, пока. Я здесь я выживу. Где он? Прикиньте, если он сейчас убьет водку. Хотим бабует. А что ты за ним бегаешь-то, блять, Ром? Нет, не трогай скиллзика, плиз. Его только воскресили. Вадя потратил свою жизнь ради него. Не трогай скиллза. Это я нажал. Ща. Так. Короче. Я вначале давал щит на Вадю, походу я промазал и дал на Баху, а Баху ни разу не ударили за игру, кикай ему нахуй. Какой щит, о чем речь вообще? Блять, я сейчас... А кто ты? Я щит дал, блять. Тебя сейчас угадают просто. Голосуйте быстрее, чтобы скиллза не угадали медиком. Блять, чё, блять? Там же можно... Опа. Бля, похуй, нихуя. Бля. Чё, блять? А что у нас случилось? Я вообще не понимаю, что на экране происходит. Что за хуйня? А чё, почему меня наебнули, ёбаный рот? А, меня кикнули и ёбнули челов, охуенно, ребят, живём. Блядь, что за хуйня сейчас произошла, водка, пиздец. Стоп. Кто остался, скиллс и Рома? А, нет, ещё Хантик. Что сейчас произошло, нахуй? Я вообще? Нихуя не понимаю, что за бред, блядь? Ну это Хантик, походу. Нет, это не Хантик. Ну либо скиллс наебал нас, я вообще нихуя не понимаю. Ебланы, блядь. Скиллс, ты трейтер, блядь?
Ну, блядь, я не знаю. Здорово, угадай, уже заебал тянуть время. Да я не маф, алло, долбоёб! Ну, кик как Вика тогда, блядь, и выигрывай так, я хуй знаю. Нет, я не знаю, мне кажется, это скиллз, блядь, какую-то хуйню, хуйня какая-то произошла в прошлом. Не-не-не, я сказал тебе, как есть. Просто короче, я, ладно, я не пойму, может чит работает не так, как я думаю, блядь? Не, короче, пох. Типа, на ком он вообще был, блядь, если все умерли? Поздравляю, сказал, с победой. Да ты еблан, я мирный. Это Рома, и он, скорее всего, выиграет. Ой, что? Блядь! Все, не, спасибо за игру. А я не знаю, что происходит. Много осталось у них. ГГ. Блять, Рома гений. Пизда. Сука, чего вас тут так много-то? Ой, сейчас призрак вы... А. Пиздец. А почему, бля? А почему, слышите, объясните, а на майоре мне надо теперь нажимать несколько раз, чтобы голоса вставить? Всегда так было. Всегда так было, да. Голосов выдать. Реально? Да. Чё, нахуй? Ты один раз нажал, второй, короче, третий, короче, ебать, спасибо, Мафа, что мне кастанули это ебаный этот потом. Да, саботаж, он как-то... Что такое вереволк? Какая у него роль, типа, он... Я не знаю, у меня какая-то хуйня, я должен, типа, я жду 20 короче, секунд смотри, на ремпейдж, а потом 2 килла могу сделать, как-то, ты, ну, не да, подряд. Ты во время саботажа вообще у тебя когда жестко, у тебя, по-моему, когда вообще нету во время саботажа. Нет, там 5 секунд, что ты меня поднял? Что это за роль? Кто такой Варивуль? Сука, Рома, ты не Рома, зачем ты меня убил? Да потому что ты, блядь, бегал, меня подозревал. И меня убил. А я знал. Если что, блядь, большинство киллов я сделал, трейдеры вообще были? Да, а детектив это чел может проверять? Рома убил, меня никто не слушал. Вадя, ты меня поднимал? А детектив он может проверять, и там пишет. Я сделал потому что я был таймлордом. Я поэтому на тебя гнать начал. Что даже, наверное, никто не знает. Убил чел или нет? Он его снял, потому что меня поднял, блядь. А у нас Вадя тут или нет? Вы нормально начали? Пусть знает. Вадя гулять ушел, им похуй. 12 человек же. Да тут вроде раз зашел, тут значит. Да, да. Вот он на ФК стоит. Главная тема. Вадю. А я тут. Бля, ну что-то это не похоже, что Марк это убил. Я делаю карту, мне чел в ногах падает. Ну, типа, да, ты видел, я снизу стоял, я бы не дотянулся. Но не похоже, так что не похоже на Марка. У нас, короче, либо свупер, либо позионер. Марк, там бы кровь отлетела, если бы я, блядь. Марк бы тэпнулся, Марк не тэпнулся на труп. Ну да, вот, я про это и говорю, что это не похоже. Короче, свупер какой-то, бэмс. А где Кэллоу был? В карте, на карте. На карточке. Я стою из карты, выхожу, передо мной тип падает, ебать. Прям в ногах, блядь. Нас очень много блядь. Было в реакторе. Да, был кто было. Баха, кто еще был в реакторе? Я был. Дед? Где? И еще кто-то прибежал. Ну я видел водку только на О2, он наверх пошел, я пошел направо. Ты скипнул? Да. Я почти доделал это. Пи-пи-пу-пи-пу-хуй-ту. Битбокс. Пи-пи-пу-пи-пу-хуй-ту. Ром, мне кажется, что снова трейтер. Да, хорошо. Мои подозрения верны, я думаю. Да, хорошо. Жёстко пёрт кусила. Жёстко, реально. Чё мы не кикнули, кстати? Подожди, скипнул. Тум-тум-тум. Чё, блядь? Чё, блядь? Ну, Юечка? Да, скорее всего, Юечка. Не-не-не-не-не-не-нет! Он... Можно я расскажу кое-что? Да, рассказывай. Давай, короче, да. Давайте дадим слово. Я видела, как он, короче, тпшнулся в люк. Всё, что я могу сказать. А потом он ко мне подходит... Кто он? Водка. Вот. Вот он был справа с кем-то ещё. Ну, блядь, он реально по люкам прыгал! Бля, да, ну типа такой... Подожди, он прыгал по люкам и сдох или чё? Нет! Я, короче, стояла, сделала метеориты, и я это увидела, когда подбегала. Потом пошла его искать вниз, а я как бы, ну, на приколе. Короче, мне
И короче... Кажется, что... Давайте поверим ей, давайте мне кажется, поверим. Мне кажется, что еще один... Да нет, на пизде точно, а мне кажется, что еще один мап это Джонни. Блять. Ну, подождите, кто был? Ну, послушайте, пожалуйста, я не пишу. Не, я поверю. Блять, ну и что? Потому что роли есть, вы должны понимать. Да, я поверю пока что. Ром, слушай, а почему я? Кто, простите, можно сказать, я не увидела кто, но я, короче, когда бежала, я посмотрела, кто еще на метеоритах был вместе с ним? Ну. Ребята, если что, мне кажется, если я умру, мне кажется, что Джонни мап. Кто-то не говорит, что был кто-то с водкой на метеоритах. Кто был с водкой на метеоритах? Ну, Бах и Гуччи Молли были на... Не на метеоритах, а там вот это, жестко. Навигация, не стоп, не как называется. Блять, окей, ладно. Ну да, мы, короче, были с Марком. Я так с пивом на метеоритах был. Короче, там второй мап был вместе с ним, 100%. Ну пиздец. Ой, да тебя не кикнули, не ной, блядь. Ну, блядь, мне никто не верит. А чё вы не кикнули? Да, конечно, ты пиздишь, блядь. Вы всегда говорите, что я пизжу, даже когда тогда было у Марка Хантика прикол. А чё вы не кикнули? Какой прикол-то, блядь? Прикол. Ну да прикоп. Да, плотный прикол у Марка Хантика на доме. Говори, кикнем, плиз. Да пускай играет. Пиздец. Я что, насколько не умею врать, или что? Чё ты смеёшься, блядь, хуйсос? Ладно. А, у меня же ещё эти есть. Вообще похуй, блядь. Чё, это я отравил? От Марка воняет, кстати, кто не на умя. Саша, опять упал труп. Это опять меня убили? Я просто потом не слышал. Подожди, окей, я стояла АФК, если честно. Ну, хорош, руинишь. Ну, мы не все увидела. Были в админке, с нами не было, блядь, кого? Бахи? Баха снизу, и я бежал мы на реактор. Мы с Маркушей пересеклись там в туннеле. Понял, базара нет. Это, кстати, реально Баха. Даже супер неуверенно говорит. Да-да, старина, расскажешь, ебать, завтра на школе. Ох, что сказал? Короче, не обратишь, блядь. Да я с Марком снизу был, ебаный рот. Ну я хуй знает, где ты раньше был. В этом переходе был, да? Ну, в переходе снизу. Метро мы встретили. Кстати, Рома молчит все это время, если что. Ну, я думаю, рассуждаю. Бля, что-то Ваде воздуха дали, слышь ты, блядь, давай ты мой тоже. Я думаю, я рассуждаю просто, ну, у нас... Пытается флэка выследить, он за ним ходит. Я не понимаю, да, я сейчас за это, за флэкджикем ходил, но я не понимаю, у нас свупер или поизионер? Да. Ну, Даша у нас 100% мав, так что мы можем запустить, типа, если не кикнем ее. Я не мав, я же говорю, я не мав! Ну, не знаю, ну, кто ты тогда? Джаггернаут, Вервульф, ты. Women. Бля. Гернаут или СФчик. Бля. Да похуй, ну скипать рискованно, но похуй, давайте скипнем. Да го в Дашу. Ну бля, мне... Собралась так, такая думаю, сейчас, блядь, заебали. Сука, сейчас этого хуйсоса на Вадиме и Милоне, блядь, как... ГГ, блядь, сейчас скипать проебали. Так ты сам скипаешь. Так а в кого голосовать-то, блядь? Я проголосовал. Я в неё один нажал, брат. Я в Ромочку. Ну всё. За что? Давай, говорит, да. Это не я. Ебать все сборы, нахуй. Делайте задания фрики, блядь, тут их мало. Как мы дальше мне, нахуй, сос? Не буду делать задания. Че первое делает? Хакер, а мимик чё? Баха, иди нахуй сюда, быстро включи. Ладно, все, вот эта фраза мне не нравится, делайте задания фрики, блядь. Давайте, кстати, будем нет, разбираться. Нет, нет, нет. Это мафиозная фраза, блять, я тебе клянусь. Это фраза человека, который просто, блять, хочет новую начать. Блядь. Ладно, похуй, я еще проверяю Марка Пойзионера. Повезло. А что еще было, я не понял. Давай, Ром, меня еще проверяй. Ну там у нас хуйсосик травил постоянно всех, блять. Я думал, это Джонни, но оказалось не он. Давайте Дашу последний гигами все. Ну, могу еще по приколу Джонни проверить, но у меня и так типа угадает. Не нужно, не нужно. Не, просто меня угадает, скорее всего. Ну давайте скипнем тогда. Или что мы? Так мне кажется, так слышишь, если не отгадывать тебя, мне кажется, это импостер, который новичок, соответственно, это либо Баха. Ладно. Ну я если бы был трейдером, я бы Ваню ёбнул там, когда у меня была возможность. Баха трейдер. Хорошо, а почему ты сейчас Магрибского не отгадываешь? Короче, Баха трейдер, давайте Дашу. Вадя, если бы я был трейдером, ты когда там делал задание, я бы тебя просто спину убил и все, там не было возможности. Да, наберем. Короче, бля, забейте. Короче, меня Вадя что-то тушит, бля, дай его тоже, потому что я в него проголосую, не похуй. Давай, в Баху. Блин. Дёрти мув. Да похуй у нас. Это один импостер. Я не импостер.
Я им, между прочим, помогла. Даша или Баха? Я убила им импостера. Красава, еще бы ты замутилась нахуй. Сука! Нахуй, нахуй, пошел отсюда, хуй сос. Баха, ты что, долбоёб? Вообще... Ты что, пьяный там сидишь? Баха пытался меня убить. Кто Вервуль? Ты вернулся. Даша. А, что Даша? Даша Вервуль? Хитер, понятно. Какой Вервуль? Она, короче, она либо Вервуль, либо Глич. Она сама сказала в конце, что она убила импостера. Я сказала, что я... Да, я им убил импостера. Это Баха, ебаный. Да, реально. Да, сука. А как он... А вы не думали, что может убить импостера шериф? А, Ромочку белые. Ну, ты понимаешь, ты себя не к нам вложила, типа отдельно ты от нас, типа я. Да, и Ватя вычислил Марка его. Ну, я уже на вас обиделась тогда, и поэтому я уже отдельно играла, так что похуй. Мы так и восприняли это. Я поняла, что вы восприняли. Не, Марк, ну заметь, это было психологически гениально. Психологически я реально хотел, чтобы, блядь, просто... Так, слышишь, Ром, я еще, когда был Марк, миром, говорил, мой скин, что Марк? Реально в админке было дохуя игроков, типа... Марк, как тебе мой скин? Ща, ты где? Я вообще одного человека убила, и то... двоих, о, ты Дмитрий Ликс? Блядь, я двоих убила! Как тебе моя шапка? Кто, что остальные убила, люди, блядь, делали? Я тебя не убивала. А кто? Двое не зашло. Я убил. Хорош, блядь. Я тебя убил, не ты меня убила! Вот как ты был импостером? Ебать, я трейсер? Нет, нихуя. Я инженер. Бури-бурури. Заебали третью игру подряд меня убивать в начале, нет, нахуй. Не на четвертую игру. Бля, здесь такое бывает. Самый тильт, когда такое на стримере бывает. Болтай, все такое. Хочу побегать, поубивать, я не думаю, блядь. Да, блядь. Марк Мафия. Покажи, как ты пишешь. Спасибо, что поохраняли, друзья. Пошел ты нахуй. Да хуй соси, ёб. Окей, ёб. Ага. Че? Это хуесос. При мне убил Зарк. А, дед? Не-не-не, давай. Марк? Это Вадя. Он при мне уебашил деда. Так, ну, было же, Вадя, Зарк, ну, при было. Мне убил. Ну, выводите, давайте, Зарка, Вадя, потом, ну, меня. Было. Да какой, нет, Зарка, выводите, потом, Зарка, потом еще меня. Кого-то убил? Лучше, ну, скажи, кто второй. Ну, побольше, у вас 100% инфа. Среди вас один трейтер. Ага. Ну, Зарк вообще не замутился, блядь. Да, меня слышно? Да. А до этого не было? Уводите, да, Зарка, да, потом меня, бля, на голосование это сразу. Я вам... Мне кажется... Ну, короче, можно реально Зарк вывести, потом Вадю и один из них вам. Вадя передо мной, деда. Вадя на рофле как будто играет, у него... Вадя, хорошо, что случилось? Просто упал чел рядом с тобой, и это видел Зарк, и все? Нет, нет, пробегает Макриски, пробегает за ним два человека, бежит один тип, сверху второй, убивает он его, я снизу. Я вам серьезно говорю, пробегает дед, и Вадя ему такого смачного ляпаса нахуй въебывает, и тот падает, я вам очко ставлю, нахуй. Снизу, ну, слева, я не знаю, как лока называется. Макриски пробегает за ним, два типа, ну, пробегает, было, тип, его убивает Зарк. Я был чуть-чуть ниже. Меня, кстати, могли видеть. На него, это он. Он именно тэпнулся на него. Пиздец, предательство от шефа. Похуй, я скипну двоих карандашом. Логическая цепочка у вас, пиздец. Не, вы можете просто по одному вывести, и все. Я 100% уверен, что Зарк. Я верю Зарку почему-то. А я верю Ваде. Ошибка. Ошибка верить себе? Нет. Никому не Серёга. Не, первый Вадя. Костя ошибается. Может, это нейтрал. Костя ошибается, нет, уже. Заебали. Ой, ебать. Выскочил Зарк. Антик, Баха, а кто был внизу? Блин, ты тут сейдж. Живи.
Хуесос. Блин, кто-то же визе только что был. У меня наверху справа флешка была. Короче, это не глокомоле. Короче, походу... В коем случае не я, брат. Блять, Вадя возле нас был. Походу, он мог, быть в инвизе. Под... Я просто не видел в инвизе, типа. Я не знаю, меня. А где, где трупы вообще? Труп снизу. А где... Меня, там, меня где Рома флешку убил. Я ушел вверх. Меня возродили. Чего, блять? Ну, до флешки я видел Ромчика и Вадю. И еще кого-то четвертого. Я ушел вверх, стоял в текстуре справа. Не, алло, я еще сверху был, блять. Морка, ты не видел, кто только что зашел? Нет, брат. Да! Сука, Шарака убили, бля. Угадали его роль, типа? Или это да. Угадывал? Либо Рома угадывал. Ёбаный хуй. А, ну... Ну, скорее всего, Рома. Бля, если Рома угадал, то... То, может, он Вадю голосовал, типа? Может, он думал, что этот инвизер, Вадя. Проверял. НТ. Скип, не проверял, я Вадя. Скажу, бля, что было, нахуй. Он там... Короче, трейдер выиграл. А, только... Назарки жив. Значит, после это не Вадя. Можно гадать? Ступ, блядь. Че Рома не вскрылся, а потом, блядь... Где-то это делать. А если бы он угадал? Похуй. А, только трейдер мог так делать? Я под флешку, меня убил Рома, и он умирает. Вам непонятно ничего вообще? Я, меня возродили. Так а что ты молчишь? Я, а что ты молчишь? Я сказал это, блядь! Да тебя не слышно нихуя, ёбаный твой, блядь, ротик, сука. Я не знаю, что у меня с микрофоном. Пиздец, если бы меня убили и резнули, я бы орал тут как шлюха, блядь. Да я так ору как шлюха, мне говорят, что я пизжу, блядь. Ебаная, блядь, реально. Хотя у меня всегда эмоциональные приколы, когда я вижу. Это я, мой хомячок остался. Так, стоп, а кто остался? Вадя. А я верила, кстати, Ваде. А он оказался плохим. Костизи. Нажми на него. Костизи, наверное, даже не знает, что у него такая роль есть. Что у нас здесь? Внезапная кнопка, мне похуй, проверка на живую. Короче, я этот, я... Закрылся, хуесос, Костизи. Я этот, я проверил этого хуесоса, и он красный. Я у меня роль этого хуесоса. Походу Коцыч с Марком Водору, мы застряли, просто там дверь закрылась. Не, я справедливо был на метеорите. Это ошибка. Нет, нет, смысл, Маркантик, брат. Ну, у меня роль, можете угадывать, мне похуй. Да нет, ты фигуешь. Не, я ревил на тебя нажал, ты, и ты красный. Я Вадя. А там у него роль не написано? Я не помню, как она называется. Ну, примерно. Я подошел к Ваде, нажал вот эту. Ладно, Вадь, давай поиграем в нашу любимую игру. Какую? Ну, типа, Костизи Сир. Спасибо, Ромчик. Я сэр. Вадь, за 50 секунд спидран по смертям. Так, а кто следующий, Ром? Давай без стрима. Так, скилл Свежеланд. Водка с ру. О, угадал хуесоса. А это Вадя был или чё? Как можно было угадать андердога? Мне просто интересно. Короче, да. знаете, в чем прикол? Ты бы умер, в смысле? Ты бы умер, если было бы неправильно. Где ходят импостеры, и я бы него убился, блядь. В смысле, если бы ты тыкал, ты бы умер, если бы ты неправильно выбрал. Угадал, я имею в виду. Бля, Вай, там нам пиздец жестко не прокнуло. Там кто-то поднял скилза, блядь. Я подняла скилзора! Красава. Как же вы меня ебашите вначале. Шоколадку, блядь. Я того рот ебал. Какой же ты бомж, сраный дед. Пиздать, я хуесос нулевой. Бля, в Crazy Time только что поднял нахуй бабки, мне вообще похуй. Не зашел один не зашел. Сколько поднял, Хантик? Эй, не понял, так говорит, делов дохуя сделали. Да, 300 рублей залил. А нас 12 или 13? 12, 12. Да. А кто, а где 13? 60 кусков. Грасиас. Блять. До фигурки заказывай. Пиздец. Ну нахуй ты это делаешь, хуйсос? Так, внезапная кнопочка. Супер. Баха. Приятные новости. Ну что, скипаем? Давайте кого-то по угару кикнем.
Согласен. Деда, что-то... Деда, блядь, заебал он. Давайте, Рома. Не, давайте Дашу кикнем, ебать. Давайте меня, да, давайте меня. Приколу Рома ебанем. Давайте Рому ебашем. Скип. Да, давайте, давайте меня. Давайте, я в Дашу. Я Джестер, давайте ебать. Давайте водку ебанем. Давай меня. Я сам себя ебанул. О, найс. Я скип нажал телефон. А у Джибуда голосуй. Ёбаный ты. Она нахуй летела. Ебалась нахуй. Даша сгорит, я чувствую пиздец. Блять, я сразу захотел после таких киков нахуй. Отпишись покакать, блять. Да. Пахнет мегатильтом. Трейтер Макривский и Скилзор. Красава, перезапускаем. Цифры, знаешь, наберешь. Ох, у меня братишка свайпер хелпует. Бля, скилл, давай всех просто убивать, свайпер за нас будет играть. Ты не трейтер, блин. Чего так сам всего со мной же? Ошибка. О, респект таймлорда, меня Макривский убил. О, респект таймлорда, меня Никогла убил. И заебал, о, сын хуйни. О, респект еще раз, он меня опять убил. Бля, да дайте Марка убить нахуй. Не ждан, никого не убили, заебись. А что, нахуй ты это нажал, да? Ебло. Короче, вдруг мы вернули и воскресили, ебать. Свайпер, давай еще раз, голосуйте всем меня и свайпер пусть на рандом хуйнет. Давай. Че? Понял, кто свайпер? Блядь, еще я не свайпер. Хуярик в ханте, Каром. Свайпер это винга в доте, блядь. Бля, я не понял, я чё, козёл отпущения? Чё за хуйня? Ты просто козёл опущения. Соси яйца, бледун. Спасибо, брат, всё-таки убил, блядь. Ты выжил. Да это не я, блядь. А как сапнуть второй раз Рому, блядь? Это чё, прикол такой? Да я не свайпер, блядь! Свайпер, может, кто ты? Да, блядь, он... Есть желание свайпером Рому угадать. Так я не свайпер. Имелось, если бы я в игре был. Ладно, я свайпер, так уж и быть, раскрыли. А я жив, почему я жив? Я что сейчас спас, братишка. Я сказал 5-5, придурок ты, блядь. Ты, у тебя по математике вообще было 0? Сори, я вообще, ну что, ты не рассчитал момент. То есть английский ты выучил, нахуй, а математику нет, да? Умка, умка, умка. Умка, умка, умка. Такая умка. Выдал боёк. Ты сын дуры ебаный, нахуй. Ты нажимаешь эту ебаную кнопку, блядь. Нажимай. Опа! А сейчас не нажимаешь? Хуйсос! Кого так? Хуйсоса убили. Ладно. Оп, Зарк, тебя замутили, ебало закрыл нахуй. Ебало закрыл нахуй. Мне похуй вообще. Труп в этом... Как он? Реально свайпер, что ли? Блять, а ты угадал, потом спросил, блять? У меня руки сейчас в штанах, блять, что ты хуй? Да-да-да. А чё, мол, чё, я что-то... Вряд ли. Я в замешательстве. Но кто-то прыгнул в люк при этом, я хуй за кто. Так, я сейчас этот, в электричестве. Я ебал. Мы с Дедом в электрикске. Я видел, как они в электрике, я их оставил и пошел на реактор. Всё. Слэджик, я импостер, я понял. Каким образом, блядь? У него корона. У тебя корона, хуй, ты один отличаешься от нас. Можно мне поиграть сегодня? Разносит заразу. Ненавижу фуджике. А что такое серое, ребят? Серое это кто, ребят? Бабки выведешь, напишешь, братик. Что такое серое? Сука. Что серое? Хантер, по-моему. Хантер? Фантом. Не, там пестиленсу скил запишется. Не, у Силза просто. Престиланс какой-то написано, я не знаю, что это. Чё? Престиланс. Престиланс у Скилзор написано. Это что значит? Ты можешь прочитать правильно, хуйсос. А что это за хуйня? Не знаю, амнезиак это вроде тот, что это. Я просто не знаю, что это, мне интересно было. Короче, амнезиак может забирать тролли у трупов. Прикольно. Амнезиаком я сделал. А челом, который на пэш, что там. Будь здорово. Расти большой толст. Я накидывал инфекции, потом забрал хуйню. Бля, а вот когда меня накидывал, что я молчал как-то, блядь. Понятно, как он это сделал. Чё?
прикольно. И Ватка еще когда роль слышит, он такой, как там роль, блядь? Да ты разговариваешь, ты умер, блядь. Я живой, я всех живых, ёп. Как будто за медиум сейчас блэкмейлер бежал. Есть такая хуйня, да? Да. Водка, слушай, Хантик знаешь кто? Таймлорд. А, сейчас ебну. Давай. Ебаш Хантика. Да он заебал своим таймлордами. Таймлорда больше нет, ребят. Ебаный вы бледун, сука. Бля, по факту сказал, подождите, труп найти там, не могу. Там, щеманули там. Водка, надо Хантик, было в флэджике я убить, слышишь, братик? Он показывай Хантик хуесоса. Он вигилант, он тебя убьет, слышишь? А где он? Да я где не могу вот найти. Вот, вот, вот. Зарка вот, ебаш, вот, зарка, вот, зарка, зарка. Все, скилза ебашу. За что? Короче, бля, флэджике водку убил. Нет, это не флэджике, я на глазах где-то убил водку. Ребята, кто? Это скиллс, нахуй. Я короче, водка. Деда можно альтруистом попробовать, чисто наугад. А как угадывать вообще? Марк! Марк, а водку блэкмейлером? Ты помнишь, водка, ты бежал за кем-то? Гуакамоле виджилант. Попробуй меня инвестигейтом. Марк, перетыкай его быстрее. Давай, перетыкай, водка, водка, давай. Да подожди, не успел. Скилза гикаем к хуя. А, пистиленс на скилзе остался, понял. А кто такой пистиленс, блядь? Что за хуйня? Сейчас буду, голосуй. Какой пистиленс, блядь, такого нету. Кто такой пистиленс, блядь? Да нету там такого, проголосуй уже, блядь. Да, давай, Марк. Сой, кто пистиленс? Кастизи? Скилз, блядь. Кастизи, Кастизи. Да, Кастизи. Что, я проголосовал? Да там нет такого, это роль, блядь, нет. Так это нейтралка, братик. Это нейтралка, как скрипов выпадает. Ёп. Ёп. Нахуй ёп. Хуйсосы тупые, блядь. Кому тебе? Нормально. Катка имба просто, блядь. Съебался. Верните, верните баллы, верните. Бля, прикольная игра. Халява, подополчу то роли выиграл. Сука, меня вначале просто по рофлу кикнули, ну как так? Нехуй было кричать, Рому кикайте. Ну да, потому что ты заебал. Сначала заебал, потом выебал. Почему именно? Блять, Рому все слушаются. Ёп. В смысле, так меня голосовали все, блять, тебя все послушались. А. Ебать, я не скажу. Че, ластовые? Да, го. Два человека, блять, ну. Давайте на серьезничах, типа. Ну и без рофла киков есть. Следующих меня первым бить, я какать хочу. Давай, окей, ладно. Давай, давай, можешь пойти покакать. Убейте меня, плиз. Yep. Блять, а у кто-то... меня шторм на улице, сука. Хорош, ты во Флориде? Чего? Шторы на улице, что, блять? Шторм, шторм, блять, шторм. Бля, это шторы на улице повесил, да? Шторы на улице повесил перед окном, блять. Кто-то один не зашел, хуесос? Ну, хуесос не зашел примерно. Не, хуесос на месте. А Кассизи? Это я не зашел, сори. Окей. Да, за что вообще побежать? Я сам оделся, бро. Красиво, брат. О, нормально. Поплачь, бледота. Какой альтруист, нахуй. Попизди, попизди. Поплачь, бледота, поплачь, бледота. Отъебись. Это чё за гоп-стоп, нахуй? Марк, это Макривский, я его догнал. Хорош. Ебать гонщик, я так и понял. Так и было, это был я. Это Рома, бля. Да, который в админке стоит, честно. В админке Рома стоит, блядь. В смысле, в админке стоит, блядь. Это этот, ой, а я Рому проголосовал. Ты пиздобола увидел, ты пиздобола увидел. Вадя еще на меня так смотрит, стоит. А может, пиздобол у тебя стоял, а реально это Макривский был? Нет, это тут он, блядь, стоит. Да, кто-то морфингом выбрал меня, чтобы задание поделать.
Рома, я в тебя проголосовала. Блядь, а кто-то мог быть нахуй тогда? Ну, получается, ты. Где ты со мной был? Да не, брат, там... Я с тобой сначала на этом был, на камерах. Хуесос. На камерах со мной был вообще-то этот Финнобот. Нет, сначала я стоял, а потом я на реактор. Блядь, стоп, стоп! Стоп! Хуесос, это же Вадя, блядь. Какой нахуй Макривский? Так Вадя с нами же была. Нет, хуесос, я сверху бил на метеоритах, блядь. А за что Вадю хуесосом обзывать? Ты чё, ебло, блядь, вообще уже нахуй? Нет, не, ладно, чисто логически, Вадя не мог убить Кассизи, потому что Кассизи братишка его. Он около стола был. Если я не мог, блядь, алло. Блядь, ну зачем так уевший клич хуесоса превратился? Почему говорю в Макривского? Кто молчит? Блядь, я чё-то не понимаю, бля, Марк, как это было? Ты сначала на Рому напиздил, потом на хуесоса. Короче, я понял. Блядь, я перепутал, нахуй. Марк, ну тебе вообще фриках надоело быть. Назар, с ДР. Ёп. Ну, если меня въебут, уебут, выкину. Ладно, если в Гуакамоле будет хотя бы один голос, то он долбоёб. Сука, хуй. Чё там три, блядь? Опа. Бо, спасибо. Время веселится. Рома свапер, блядь, походу. Вадю сейвит. Да. Угу. Сейвит. Сосиски. Сосиски сейвит. Братишку не отдам. Так. Зеленые, а че долбоебики? Че у вас тут так много? Кто убьёт, а мать умрёт. Самари пост? Самари пост. Блять, какой самый хуйный. Да, да, это самый репорт, потому что самый репорт. Это Баха. Баха. Долбоёб, я слив, брат, я слив. У нас Дашуля молчит всю игру, может она мафия. Пожди, водка, да? Ты сейчас где за репортом? Я сейчас была, знаете где? Ебать, яйца. Я слева миссию. А, Баха гейнг молчит всю игру, обосранный сидит впервые. Баха, улетаешь нахуй. Давай, пиздатый склад поехал, сука. Ты чё, сука? Я Вадя сказал, кто умрёт, у того мать умрёт. Я делал миссии с квадратиками слева, которые душные ещё такие, я не знаю. А кто в электрике был сейчас? Я, передо мной деда убили, я думал, это сам репорт. Я, короче, тоже была в электрике в конце, но я не видел, чтобы там был труп. Бля, я вообще... Руфани, братишка, если это Баха, я, блядь, я слева говорю квадратики. Да это сам репорт. Это Баха. Вы чё, ебанутые? Я чё вам, блядь? Антик, слушай, это репорт с другой стороны, это в камерах репорт, а в Ой, чтоб такое делать, это не давай, репорт в электричестве, тогда. Который. Ну, я понимаю, но сам... Ага! 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 Я понял, Джонни. Баха, Баха. Сука. Не понял, блядь. А Баха это X6 или Финнербот? Сука, снова делает красавчик там. Не, Баха. Я сижу, мне просто спать охота, я заебался уже. А, я поняла. Это не я просто сижу, молчу, потому что... Просто. Пока, Баха. Не, хорошо, хорошо. Тогда в размен. Тогда в размен кикайте этого самого водку. Со спрайтом. Это я тебя репортну. На, короче, снич. Кайс, роль спалил его. Что это же? Хантика нормально. Чё там колдуешь, блядь? Чё ничего? Сука, колдун ёбаный. О, да, Генри. Ебало завали. Глубже, глубже. Ой. Ноль остроумия. Генри. Кто зарепортил тот маф? Водка. Блять. А кто где был? Кто где был сейчас? Кто где был? Я видела, но я не поняла, кто. Только что, блять, прыгнул ты передо мной. Это Хантик, это Хантик, это Хантик, это Хантик! Я ты пиздёшь, пиздёшь. Не-не-не, я был слева, Хантик. Нахуй, на этих... Нет, я на только этих, что его видела, только что его видела. Да, где ты меня видела, давай. Возле электрики. Давай, пища, водка.
Какой электрики, бля, я... Ну... Я Хантика тоже в электрике. Да, ладно. Хантик возле электрики. Ладно, если бак у нас... мне похуй, я сейчас взорву себе жопу, блядь, и говорю роль свою. Послушайте жесткую аналитику. Ну, если бы бах ушел мафом, то ему не было смысла пиздеть на водку, типа, своего тиммейта. Значит, это не водка, значит, это также не я, значит... Значит, это Рома. Ну да, в Хантика можно. Да нет, чё, ну, бля, ну Ром, что за логика, Рома, смотри, как он переубулся. Я сказал, что это Рома, ну, такой Рома, Хантика я можно. Это... Я был с ним, типа. Я что? Мог убить? Не мог. Почему? Не, ну это, ребят, 100% не я. Ну, скилл за мной бегал, я думаю, что он меня убить хочет. Нет, я наоборот, еще кто меня убьет, я хочу срать. Рома, не, давай, го в Хантика попробуем. Да, бля, Даш, что за логика, ебливая? Не, охуенно логика, у нас поставка остается два комори и Хантик. Да, бля, ну тогда я роль говорю, похуй. Да я не маф, ты долбоеб, лысый. Охуй, я роль говорю, я мистик, гадайте, пожалуйста. Гадайте, так ты же мистик, сам гадай, бля. Я только что видела в ФГЖК, живым-живым. На, нахуй, Даша, бля, когда я буду на майоре в Даше голосовать? Что вы такие злые, сука? А я злопамятный гандон. Проголосовал, скиллс не могу. Парк проголосуй. Ух, ёбаный, ты же в рот. А, ты слапер, пысос. Да. Все, все равно Даш тебя это не заставит. Слапер тебя ненавидит. Когда я буду мэром, тебе пиздец просто. А, мы это была столовая катка же. Вы че, дурачки? Ебал с тени. Царян, ёб. Царян, ёб. Царян, ёб. Бля, ты грозный, блядь. 360. Я? Ебалый. Бля, реально, яйца псы кому-то в рот чё положил, бля. Базару Джексон, я уже еду, нахуй. Да ладно, Марк, чё ты, ебать? Да. Нихуя. Нормально. Я, ёб. Ты чё, блядь, за мной ходишь? Пять труп? Интересно, замутилась или нет? На этом, в кухне, на столовая, блядь, как эта хуйня называется. Самое главное, короче, около кнопки. Это по факту, это по Хантика стало. Это Хантик, да. Блядь, ебать, как интересно, блядь, объясняю, почему я побежал именно в столовую. Я стоял на камерах, я видел скиллзом или с кем-то с водкой, я не помню, они вместе бежали, я на камерах. Либо ты, либо... Финарбот со скиллзом. Да, бля, ёпта, я сказал свою роль, я мистик, бля, ну нахуя я побежал в столовую, блядь, искать труп, нахуй, нажимать на него. А что ж тебе тогда не угадывают? Да я ебу, что ли? Даша, потому что если я сказал свою роль, меня выгодно оставить наконец, приём. Ючка и водка были тут. Это рядом внизу. Да. Это получается, ну, это Хантик 100%. Это Марк, боже, это бля, ебать, вы, бля, ослы ебаные. Не, все, Даша, думаешь, пиздец. Почему ГГ? Да все, Даша, нахуй, заруиню жизнь. Я испорчу ей все, блядь. Хорошо. Хантик, не переживай, я свапер, брат. Хорош, брат. Короче, это Даша, либо Финарбот, бля, ебаный. Сука, кто свапер, кто руинит? Это я. Руинит? Блядь, он спасает, нахуй. Ага. К сожалению, меня и так, хорошо. И так сейчас выгонят. Хорошо, тогда давайте поверим Хантику и хуярим Зарка, да. Нет, я бы хотел в Дашу голосовать, даже если Зарк сейчас типа выиграет, похуй, Юечку. Да, в смысле? Да, опрометчивая информация, блядь, ну что за бред? Ну, блядь, а что я могу сделать? Себя голосовать? Да. А почему, блядь? Так надо. Сука. Ну, мы просрали из-за Хантика. Так, бля, вы такой мусор, вы просрали из-за водки. Почему? Просрали из-за Хантика, когда за Даша пиздит всю игру в меня, когда я мирный. Ну мы могли спокойно тебя кикнуть в размен и все просто. Не согласен. Я на мирном не хочу, чтобы победил. Ну слушай, я инвестигейтор, я видела твои просто эти следы возле трупов. Соляры, ебать. Все обычно. Сейчас проебали бы, если бы тайбрейкера не было бы.
А стоп, дефит, стоп, что за хуйня? Потому что тайбрейкер, типа... А, это у меня, кстати, он был. Да, а то бы мы проебали сейчас. А кто выиграл-то? Мирные. Мирные. А, мирные, ебать. А, я проебал, потому что... Я не понял до сих пор, как вы выиграли. Какой-то таймбрейкер нам. А да как так, типа, стоп, если осталось, смотри, Даша, Хантик и Зарк? Смотри, есть модификатор, который таймбрейкер называется, если не ища, то вес Ючки в два голоса, считай. И поэтому она, ну, она выкидывала этого. Даша, Зарка. Спасибо большое за рейд, Флой, мы заканчиваем уже. Меня с нулевой, блядь, это было охуенно. Бля, я деда вообще сегодня не слышал, нахуй. Я тоже, да, я только умирал иду, то Вадим, бля, Марк, то сука. Ючка, то еще кто-то, то Бах, хуйня тебе, я не могу тебе от этого отвязаться. Меня тоже по дня час убивали первым. А тебя сегодня разве дед? У меня роль... Братик, а кто это меня ёбнул? Водка еще говорит, это Бах. А, что-то я тебя... Охуенно, не хотел, извини. Можно хоть с этим кентом побегаю, вроде ровный, на нахуй, нож в спину. Да, на самом деле, спасибо, что позвала. Спасибо, что пришли, огромное. Спасибо, да.